Всем привет! Кошелек и смартфон – два предмета, с которыми неразлучны современные люди. О телефоне мы поговорим в следующий раз, а сегодня речь пойдет о кошельке компании Bellroy – Note Sleeve. Вообще, это не наша специализация, но мой кошелек Calvin Klein Jeans с 2008 года уже изрядно потрепался, так что я нахожусь в некотором состоянии ленивого поиска замены. А тут интернет-магазин Bag & Wallet, ссылка в описании, удачно сам вышел на связь и предложил товар на обзор. Как отказаться в такой ситуации? Вот именно, никак. О компании Bellroy я краем уха что-то слышал, но никогда особо не интересовался. Как пояснили знающие люди, это очень уважаемый австралийский производитель кож-галантереи. Кожа, которая им используется, перед окрашиванием покрывается специальным защитным слоем, что позволяет ей дольше сохранять первоначальный вид. Материал сам по себе очень качественный, что подтвердил мой знакомый, делающий изделия из кожи на заказ. Кошельки, ремни, ошейники, плетки, вот это все. У Bellroy несколько линеек кошельков, а Note Sleeve одна из самых популярных. На обзоре находится второе поколение, претерпевшее существенные изменения. Можно сказать, что из общего между Old и New осталась лишь концепция, да схожий дизайн в сложенном состоянии. Расцветок у Bellroy Note Sleeve целых 8 штук. Есть даже особая версия с защитой от скимминга. Она стоит на 300 рублей дороже и отделана специальным материалом, блокирующим беспроводные сигналы. То есть злоумышленники не смогут считать данные с карт. Кошелек пришел в бумажном конверте, где помимо самого товара находилось персональное благодарственное письмо и две вкусные конфетки. Кошелек вложен в плотный прошитый нитками конверт из картона. Это так называемая подарочная упаковка. У Bellroy Note Sleeve есть три отсека Easy Access для быстрого доступа к пластиковым картам и большой отдел с удобным язычком под дополнительные карты. Просто тянете за него, и вся пачка выдвигается. Отдел под купюру не сказать, что длинный, но все номиналы российских банкнот комфортно помещаются. В основном отделе предусмотрены два кармашка. Один для монет, там имеется язычок, предотвращающий высыпание, а в другой можно закинуть дополнительную мелочь или вложить еще карты. В размерах кошелька кроются его плюсы и недостатки. Если вы не любите распихивать по отсекам десятки скидочных карт, не носите с собой россыпь монет и внушительную пачку купюр толщиной с палец, то будете кайфовать от аккуратного исполнения Bellroy Note Sleeve. Но если вы рассчитываете напичкать его по максимуму, то просто получите упитанного, не закрывающего зев бегемотика. Переложить все 30 карт из старого кошелька в новый у меня не вышло, но голубой бегемотик мне так понравился отделкой, что я расценил это как повод для того, чтобы наконец выложить ненужный хлам, которым пользуюсь от силы раз в год. Также мне понравился закрытый отсек для монет. Мелочь больше не высыпается в сумку. Отделка и функциональность Bellroy Note Sleeve не вызывает сомнений. Кстати, производитель настолько уверен в качестве своей продукции, что дает на нее трехлетнюю гарантию. Главный вопрос в цене. Готовы ли вы заплатить за все это почти 6000 рублей? Если ответ утвердительный, то прошу на сайт официального представителя Bellroy в России bagandwallet.ru. Спасибо за внимание, с вами был Евгений, мобилтелефон.ру.